А пока продолжим. Владимир Путин принял досрочную отставку главы Тувы. Шалбан Караул попросил президента об этом сам. Дело в том, что срок полномочий Караула истекает в марте следующего года. Решение о досрочной отставке он принял в связи с желанием баллотироваться на пост в сентябре этого года. Президент России пожелал политику успешных выборов и сообщил, что не имеет ничего против подобного решения.